До твоей машины нам не добраться. Они будут нас там ждать. Придется, Джек. Это важно. Чтобы исправить разлом, нам нужно добраться до моей машины. Так, еще раз и медленно. Время поломалось. Это я понял. Но мы можем его починить? Теоретически, да. Я на этот случай кое-что приготовил еще давно. Вот только бы найти противовес. Противовес? Что за... Так... Что такое? Может, двери еще открыты? Дай-ка проверю. Эй! Уилл? О, черт, опять застыл. Мне почему-то удалось разморозить Уилла. Хотя время вокруг стояло. Зависание. Она была права. Насчет разлома, насчет всего. Надо уходить, пока оно не кончилось. Где твоя машина? Нам сюда. Сюда я встретил эту девушку. Что ты делаешь? Я ее освобожу. Не хочет. Почему с тобой получилось, а с другими нет? Без понятия. Может, дело в хроновоздействии? Посмотри на них. Вторжение, да и только. Что они делают? Зачем? Они забирают всех. Всех, кто видел, что они вытворяют. Через лекционный зал. Ты сказал, что готовился к этому. Ты знал, что так и будет. Откуда? Бэт Уайлдер. Все сложно, объясню в машине. Зависание закончилось. Пока что. Нет, нет, нет! Моя машина! Они патрулируют стоянку! Господи, это же просто... Ладно, Уилл. Успокойся, ладно?
Не знаю, прорвусь как-нибудь. Возьму машину и подгоню ее. Уверен, что справишься? Нет. Ты уверен, что можешь исправить время? Нет. Тогда мы квиты. Алан Уэйк. Мой любимый писатель. Вот, держи ключи. Эй, Джек, будь осторожен. Да, хорошо, я буду. Какого черта? Мои способности усиливались. Я начал ощущать какие-то отголоски будущего и прошлого. У меня приказ от директора. Они хотят, чтобы мы нашли машину, принадлежащую Уильяму Джойсу. Какой у него номер? Сейчас скажу. Небось, портом какой-нибудь или атом. А мог бы сейчас на пляже в Патонге валяться. Стоянок, и угораздило же тебя выбрать именно эту. Так, где же твоя тачка, Уилл? Я увидел эпизод из прошлого, как Уилл приехал в университет. Только бы не опоздал. Я прошлое, что ли, вижу? Только бы не опоздал. Вот она. О, черт! До меня дошло. Я мог остановить время в одной точке. Отвалите! Вы не понимаете! Уилл! Черт! Они же идут оттуда, где я Уилла оставил. Надо бежать к нему. Быстро! Клянусь, вы меня пальцем тронули! Получается.
сколько же вас, говнюков? Меняем планы. Хрен с ней, с машиной. Надо спасать Уилла. Он в беде. Ты Джек Джойс. Где мой брат? Его повели в библиотеку. Ты их еще догонишь. С чего такая забота? Ты разве не за них? Здесь все сложнее. Слушай, ты бы шевелился, если уже не опоздал. Тогда вы впервые увидели Бет Уайлдер. Да. А она меня к тому времени уже знала. Уилл. Уилл! Мне надо к Уиллу и побыстрее. Сказано было Уильяма Джойса брать живым, если получится. Отпустите меня, очень прошу. Я вам... Завали хлебало. Заткнись уже, а. Шеф велел тащить его в библиотеку. Хочет разобраться лично. Уилл. Надо попасть в библиотеку. Его повели туда. Шевелись, Джек. За каким бесом его тащить в библиотеку? Переброска уже идет, а мы тут копаемся.
Перебруск. Машина времени. Вы машину времени вывозите? Кому сказал? Завали, пасть. Что? Вы еще не знали, что Айлдер вам помогает. И не только она. По всему универу свет вырубился. Кто-то вырубил. А говорили все по-тихому сделать. Задачу мы выполнили. А что пресса поднимет вой, это уже не наша забота. Эй, слушай. Все под контролем. Экстренный план в действии. Все, как шеф сказал. Заканчиваем, возвращаемся в доки. Перейдите. Какого? Нет! Еще как приду. Удалите цель! Сейчас же! Так, идем в библиотеку. Мне надо к Уиллу и побыстрее. Мне надо к Уиллу, пока не поздно.
сюда ведете? Книжки, блин, просроченные. Сдать надо. Штаб, Уильям Джойс доставлен в библиотеку. Ждем приказов. Прием. Уилл. Его увели в библиотеку. Мне надо туда и в темпе. Должен быть другой вход. Это еще откуда? Похоже, я не один здесь воюю. Я уж было думал, что вечер будет спокойным. Но ситуация с протестами против монарха в Риверпортском университете, кажется, приняла на редкость скверный оборот. Я не знаю, что именно там сейчас происходит, но слышал, что служба безопасности монарх Солюшенс задержала студентов. Есть даже сообщение о стрельбе. Я не хочу делать поспешных выводов. Это не подтверждено. Да и подробности мне, очевидно, неизвестны. Но, как ни крути, дело плохо. Вы знаете, что я небольшой поклонник монарха и их методов. Но в то же время надеюсь, что никто не будет перегибать палку с протестами. Друзья, но это же просто здание. Оно не стоит того, чтобы лезть под пули. Хотя, если из-за него стрелять по людям, это уже совсем зловещая фигня. В общем, такое чувство, что пока все наладится, мы еще наплачемся. Берегите себя. А ведь так можно подняться. Один на связи. Перевозим ядро машины времени. Эй! А ну-ка, руки вверх! Чего это тут творится?
Штаб, Уильям Джойс доставлен в библиотеку. Ждем приказов. Прием. Он у них. Интересно, где его брат? Кто там стреляет? Остальным собраться в том, что... Ждите там дальнейших указаний. Через 5 минут. Библиотека готова к подрыву? Сейчас? Этот гад в меня попал! Вы видели? Выкурите его! Еще одного!